Всем привет, друзья и гости нашего канала. Мы с Халилом ездили по делам в город, только освободились. Сейчас решили зайти в Мигрос, хотим купить рыбку. Хотим пожарить сегодня рыбу на ужин. Идемте с нами, посмотрим цены. Нифига себе цена. Помидоры 30-50 в Мигросе. И огурцы тоже. 35 лир, нормально вообще? 35 лир огурцы, страшненькие такие, никакие. Да, вот это цены. Кошмар, друзья. Да, Мигрос очень дорогой. Но нам нужна рыба, а рыба только в Мигросе продается. Сейчас посмотрим, почем рыбка. Ну, 140 лир. 140 лир рыбка. Вот это вот хорошая рыба. Хорошая рыбка вот это. А вот красная рыба. Так, друзья, красная рыба 369 лир килограмм. Леврек, который мы берем постоянно, 139,95. Вкусная очень. Сегодня буду жарить. Дальше. Такая вот меленькая. 90 лир. Килограмм. Баргун yok mu ya? Баргун gitti al баргун dedim. Gitti mi? Evet. 69,90 вот такая меленькая. В общем, мы решили купить еще две рыбы. Положу в холодильник, пусть лежат, потом пожарю. Так, что нам надо еще? О, написано русский салат. Как-то я покупала, такая ерунда, не умеют они делать. Оливье. Ерунда страшная. Вот это все под майонезом. Это все русские салаты здесь написано. Все невкусное, кислое. Сыры. Оливки. 102, 150, 144, 115, 160. Разные цены. Так, и нужна нам еще мука. Кукурузная мука. Я на ней жарю рыбку. Вот такая вот. Масируну написано. Кукурузная мука. На ней вкуснее, чем на обычной жарить. Мне, знаете, что нужно? Полотенце для кухни. Белые не хочу. Белые сразу черные. Халил еще берет полотенцами, вытирает чайник. Естественно, весь чай на полотенце. Я его ругаю постоянно. Он то ли забывает, то ли не знаю. Банное полотенце. Но это не банное, написано банное. Маленькое совсем. 89 лир. Короче, вот эти вот, наверное, возьму. И цвет такой неплохой. Темно-серый. Две штучки маленькие, малюсенькие. 30 лир. Возьму, потому что у меня все уже полотенца староватые. Мне надо обновить полотенце. Сейчас возьму вот эти два, а потом закажу с Трендьола. На Трендьоле дешевле можно купить. Футболки, сумки. Сумочки маленькие. Да, вот эти неплохие. Возьму два. Короче, четыре возьмем. Они, правда, маловаты, но я не знаю. Ну, что надо для кухни? Руки вытер, и все нормально. Возьму 4. 4 получается 60 лир. 60 лир. На. 60 лир. Что это такое? Лосины. Я Халилу говорю, если я увижу, что ты чайник вытираешь новым полотенцем, я тебя побью. Возьму ремень и буду бить тебя. Да. Буду бить, конечно. Конечно, буду бить. Мутфак хаулусу кирленежек. Нормально, нормально. Да, говорит, что кухонные полотенца должны вымазываться. Для этого они и кухонные полотенца. Я говорю, это понятно. Но брать полотенцем, вытирать чайник и вся заварка на полотенце, потом, естественно, все это не выстирывается. Купальнички. 549 лир. Купальник такой цельный. Ничего, да, симпатичный такой. Симпатичный.
Мне знаете, что не нравится? Что вот он сзади закрыт очень. Очень закрытый. Нет. Хотя вот сейчас все такие вот цельные купальники, сзади спина вообще закрыта. Кроссовки. Кроссовки 200 лир. Некачественные, понятно, что 200 лир, это ж понятно. Некачественные. Что это? А, Халил нашел для полотенца для кухни. Вот для кухни полотенце, но оно белое. Белое я не хочу. А другого цвета нет, наверное. Все светлое. Яс, хэпси бы яс. Не хочу я. Все светлое, нафиг надо. Не. Фейс. Это вообще для лица. Да. Буфор фейс. This is for hand. Right. Not for kitchen, this is. Sultana, I look brand, some textbook, Jesus, some textbook, some text. В общем, я не знаю. Мне кажется, как это для кухни. А то для лица и для рук просто написано. Не знаю. What is wearing? Фартушки. Фартушек мне надо, не надо фартушек. У меня есть, но уже такой старенький. Some text. А что вот это такое? Maybe this is finished. Что это за корзинки? $89 одна штучка. Короче. Нету. Он говорит, что может закончить. А мне почему-то кажется, что это вот эти для кухни. Но белое нет, конечно. Белое нет. Симпатичное. Но белое не хочу. Была бы серая или другого цвета. Подушечка. О! Ложки-поварёшки. 18 лир. Одна штучка. Любая. Контейнеры разные для чего хотите. Так, идем дальше. Здесь все для животных. У меня для птичек все есть. Еда есть, все есть. Земля. Кому нужна земля для цветочков? 20 лир. А мы ищем влажные салфетки. В машине нет салфеток, и дома нет салфеток влажных. Вот порошки. Неплохая цена. Видите, 136 лир, 135,90. 6 килограмм ома. Это для белого, а вот это для цветного. 7,5 килограмм. 157 лир. Ну, нормально. Все-таки много. 7,5 килограмм. Неплохая цена. На порошок. Нашли мы классную цену. Салфетки 5 лир. 3-4 штуки. Ну, потому что сам Мигрос это изготавливает. Фирма Мигрос, видите, поэтому 5 лир. Купим 4 штуки. 2 в машину, 2 домой. Чашки. Чашки дорогущие какие. 33 лиры одна чашка. 45. 32 лиры. 46. 45. Не взяли мы эту тачку. Халил будет в руках нести. Ребята, памперсы настолько дорогущие, просто в шоке. Памперсы такие дорогие. Сейчас скидка 249 лир. Памперс. 6-10 килограмм. 62 штуки. 62 штуки. Нет, 34 штуки. 249 лир. А вот 407. 62 штуки, 407. Ничего себе цены. А, блин, кошмар. Знаете, что очень дорого еще здесь? Средства гигиены. Вот, например, прокладки. Вот эти вот хорошие прокладки. 67, 25. Сколько их тут? 16 штук, 67, 25. И это еще не предел. Есть и дороже.
59, 67. Ну, а в других магазинах я видела еще дороже есть. 102, 116. Вот дорогие прокладки. Все, мы пришли, уже почищена рыбка. Сейчас забираем и идем на кассу. Так, 25 лир. А сейчас купим клубничку. Неплохая, вроде неплохая. Не знаю, какая на вкус, но будем пробовать. Я в центре видела 10, не купила. Проезжали мимо. Надо было в центре купить по 10 лир клубника. Здесь 25. Ну ничего. Кстати, здесь вон помидоры 20, огурцы 10 лир. Ну, это хорошая цена в Мигресе. Это ж просто аут. Кошмар, какая цена. Здесь черри 25. Короче, друзья, купили бананы. Бананы здесь 2 килограмма, 2,5 килограмма, 63 лиры. Купили огурцы, помидоры, салат. Сейчас сделаем салатик, листья салата. И купили клубничку. И Халил покупает апельсины. Так, друзья, мы уже дома. Сейчас вот Халил сделает салат. А я буду жарить рыбку. Вот две рыбки, такие среднего размера. Короче, рыба килограмм 600 грамм нам обошлась 224 лиры. Вот. Четыре рыбки, небольшие, среднего размера. Сейчас будем жарить. Так, сейчас я буду солить, перчить рыбку. Вон мука у меня. Большая сковородка. Буду жарить. Итак, друзья, наш ужин готов. Рыбка, салат. Здесь листья салата, огурец, помидор, морковка, чеснок, оливковое масло, гранатовый соус. Халил себе сделал с лимоном, а у меня без лимона. Редис, это Халил будет есть, тоже все полил лимоном. Рыбка. Свеженький хлебчик и лимонадик. Такой вот у нас сегодня ужин, друзья. Приятного нам аппетита. А вам большое спасибо, что были с нами, смотрели это видео. Всем пока-пока.